Поехали, посмотрим! Привет! Ты любишь делать уборку? Я сегодня решила разложить все свои вещи по местам. Ой, что это? Кубики! А здесь что? А здесь, Маша, костюмы. Костюмы! Можно посмотреть? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Хорошо, Маша, давай вместе откроем коробку. Ух ты! Это что? Это, Маша, очки рок-музыканта. Надеваешь и играешь на гитаре. Вот так. А что это такое? Ты знаешь? Это шапка ведьмы! Ты надевала ее на Хэллоуин! Ой! Ой! О! А как тебе вот это? Парик сумасшедшего профессора! О! А это что? Это? По-моему, все понятно. Это пиратская шапка. Вот это здорово! Я бы каждый день такую носила. Маша, так давай сделаем тебе такую шапку. Только сначала все вещи уберем на место. Давай, скорее убирай! Твоя шапка будет из черного картона. Готова к примерке? Да! Вот, теперь ты не просто кукла Маша, а кукла Маша пират. Подзорная труба. Вижу парус! Ух ты, как здорово! Настоящий пиратский корабль! Теперь я капитан Маша Воробей! Капитан Воробей уже где-то был. Будешь Маша Стремительная! Маша Стремительная на перегонки с волной! А ты знаешь, как выглядит настоящий пиратский корабль? Переоденемся в пиратов. И поехали, посмотрим. А на чем мы поедем? На машине? На автобусе? На такси? Или на поезде? На машине! Здорово! Машина по дороге, красная машина.
причал. Здесь швартуются лодки и корабли. Вот это маленькая рыбацкая лодочка. На ней выходят в море рыбаки, чтобы ловить рыбу. А мы с тобой идем искать большой пиратский корабль. Где же он стоит? Нашла! Это не просто пиратский корабль. Это яхта, на которой много-много народу могут выходить в море. Смотри, она может вместить 150 человек. А называется она Black Angel. Добро пожаловать на борт! Чтобы управлять яхтой, нужно найти штурвал. Вот он! Раце, разрешаете отплытие, Black Angel? Спасибо! Полный вперед! Что там на горизонте? Там еще одно интересное путешествие! Подписывайся на канал Капуки-Кануки и смотри новые выпуски передачи «Поехали, посмотрим!» Смотри новые выпуски передачи «Поехали, посмотрим!» и другие шоу на канале Капуки-Кануки. Подписывайся на канал и ставь лайк!